Все на уровень суток. На градуснике вон какая жара. Машина только оттаивает от мороза. Был мороз 15 где-то. 15-16 так было. Минус. Ой. Первый день. Сейчас я поеду за антибиотиками, за лечащими таблетками, тансиор заживляющие, обезболивающие и маркфлоксин. Он кают чуть-чуть переместился, ему здесь хорошо, более прохладно, но дышит. Попил воды, да? Оставлял ему воду на столе почти полную. Ему было бы удобно. Я рассчитал, что он встанет. Шея будет прям как раз. Попил воды. После операции сушняк. Это все как и у людей. И все такое. Ну что ты, братан? Лежите сегодня. Трогать не буду особо. Разбинтовывать там. Посмотрим. Сейчас я поеду куплю все. Бинтов нам побольше было теперь перебинтовывать, закрывать рану. Потому что с швы наложили специально дышащие, протекающие. Лежи, лежи. Давай ушко поправлю. Тебе будет. Надеюсь, это. Они сказали, ну все вырезали уже. Там вырезать уже нечего. И в шее, и в глотке была дырка. Прям в глотке. Из пасти попадала прям туда. Патрулировала она, туда мигрировала. Туда-обратно. Инфекция. Вон куда, где разрезали аж. Под самое ухо. До самого уха. Сильно травмированный, покалеченный пес. Ну, по идее, говорит, больше форс-мажор, если только может получиться. Говорит, ну, вообще ничего не оставили. Поэтому связано с нервными окончаниями. А вот гонора, это то, что люди думают, там же все связки мышечные, все же взаимосвязано. И немножко, может, ну, в течение 2 месяцев это все установится, она сказала. Но я такого особо ничего не заметил по гонору. Вот. По глазному яблоку. Ну, лайк и не лайк, если... Внутри все мы побороли этой операцией, то он должен быстро восстановиться. И все. И быстро пойти на выздоровление и быть полноценной собакой. Если внутри больше не будет ничего не беспокоить. Так он спит, пусть спит, отдыхает. Воды сейчас я ему еще наберу. Куплю сейчас тебе каюр. Вот сколько поле. Полюшка. Самолет стоит. Истребитель. Стоит. Вот, наберу воды сейчас тебе. Так, а тебе куплю сейчас печенки. Бобрятины достану. Сейчас надо разморозить. Бобрятинки. Все мелко нарежу. Будем пытаться питаться. Каюр как-нибудь. Поеду, куплю все. И уткам надо еды купить. И вам всем. Вот такой вот он. Сейчас в таком состоянии, в тяжелом, но стабильном. Стабильно тяжелое состояние. Воды сейчас еще тебе наберу. Лежи пока. Пойду этих выпущу гавриков. С ума сходит. Он строит общагу.
одну вторую. На солнышко они сейчас грелись. Мороз сильный, сильный был мороз. Сейчас начнется кипиш. Сейчас только гав-гав запоют песни. Мелкота это особенно. Так, все аптечки я достал. Сейчас буду шурудить. Доставать. Ансиорта точно нет, надо покупать. Пол таблетки осталось. Я не знаю, сколько у вас ансиор стоит. У нас он 200 рублей одна штука. Это и то я покупаю в ветмагазине. Самая дешевая цена. Так, от 250 и выше. Одна таблетка на 2 дня. Это ансиор. Но мы 3-4 дня. Что нам еще бак посев еще покажет? Сейчас я чешки одену. Чешечки мои. Бак посев, а там уже будут радиоактировать по лечению и какие антибиотики. 22-го мы на прием. Снимем дренаж. Ну все. Да прекрати. Да что ж такое-то? Да я тебе сейчас. Ох, я сейчас с ремня, сейчас всем обоим, всем вам четырем штукам. Утятница. Мельчатница. Все, рады видеть, рады. Вода замерзла. Вот ты уже должна привыкнуть. Злата. Горлопанка. Чеза. Доброе утро. Чеза. Нет. Чеза. Во. Другое дело. Классная погода по туалетам. Ну, с утра гав-гав. Утки на солнышке. Сейчас я с вами займусь. Кашу собачью будете? Будете. Злата, иди гуляй. Злата. Нет, я не трогаю шестой вольер. Ну, вот так вот. Бытовуха. Как это все, конечно, тяжело, и все всем досталось, и скорее бы этого не было бы. Первый раз в жизни за всего опыта с 96 года, если взять профессионально заниматься чистокровными лайками, первый такой случай у меня в жизни за весь период времени, не знаю, сколько это лет уже, это надо считать. Ты-то что давишься? Да, у меня как раз 96-й, да. Сын родился. Первенец. Вега. Да, родословно осталось. И одна фотография. Жалко, что я потерял эту кровь. Не было дураку молодому подсказать, что с ней надо было делать дальше с Вегой. Что вязать, с кем вязать. Одну выставку я с ней прошел. Как бы то ту кровь бы вел бы, вообще было бы классно. Не было на ручи. Потом уже начал сам вникать, сам пошел. Сам начал все про... без всяких толчков, помощников и подсказок развиваться начал по лайкам. Год за годом. Вот. А так первый случай, конечно, с этой фигней. Тем более с лайкой. Неприхотливые собаки. Ну, случилось так, что хапанул, он что-то съел такое. Что, мама, не горюй, не пожелаешь никому.
Вот такое вот замечательное утро. Всем, конечно, спасибо за поддержку моральную, материальную. Вот, конечно, есть и обратная сторона медали этого, операции и все остальное. Нам писали такие ужасные вещи, что мне, я, конечно, вовремя реагировал, блокировал, удалял. Нам и смерти желали с Каюром, и чтобы мы сдохли оба. И у цепи собаку. Очень много деградации, больных, неадекватных людей. Но, слава богу, это все быстренько среагировано. И вы этого не увидите. Надеюсь, что никогда, пока я жив. И мы быстро реагируем. Я думаю, что вы останетесь только на позитиве. Даже народу удивляет то, что почему пишут только хорошие, почему нет плохого. Вот видите, до чего народ привык, как жить. Странно, почему только хорошее написано, почему, где плохое. Еще раз всем огромное спасибо. Всем с уважением к людям. И таким, разным. Вон утки закрякали, закудахтали. Всем хорошего весеннего настроения. Впереди большая борьба. И выздоровление, и лечение. Да, будьте все здоровы. Не болейте.